Можете подивитися, яка риба водилася в нашій річці, і такої риби безліч. Та таких вже достали, ми тільки розпочали роботи, але вже більше двох десятків достали. Только в Краснокутском районе длина реки Мерла достигает полусотни километров. Сегодня в ней не осталось ничего живого. Вместе с завсегдатаев рыбаков здесь работает бригада спасателей вместе с местными жителями. Они руками собирают мертвую рыбу. И коропы, и щука, лин, карась, плотва, красноперка. Тут дуже багато разновидностей разной рыбы. И на данный час практически все пропало по цю сторону моста. Если будет это затянуто, то рыба вся уйдет на дно, и все отравляющие трупные яды попадут в реку, соответственно, в воды, в очистные сооружения. Рыба стала всплывать в реке неделю назад. В хозяйствах местных фермеров начал гибнуть скот. Худоба, яка напивається даної води, вона гине через 1-2 дні. У нас загинуло вже троє ягнят з овечого стада, а також захворіло одне теля. У Римы в хозяйстве около 300 животных – овец, коров и диких свиней. Пока женщина поет скот на растительных каналах или в колодце поблизости. Надалі не бачимо більше виходів, якщо не доведе Господи, пересохнуть інші джерела. Просто у нас не буде виходу і не буде де випоювати свою худобу. Тоді вже, мабуть, брати худобу і переводити в інші міста. Чем ближе к источнику загрязнения, тем больше вода по цвету напоминает молоко. Местные жители стали жаловаться на плохое самочувствие. Выходишь во двор из дома, и тут тебе неприятный запах такой-то. Я уже не кажу, что приблизиться сюда буквально нереально. В 800 метрах отсюда находятся поля фильтрации местного молокозавода. А вот это уже источник загрязнения реки Мерла. Отсюда отходы производства распространились сразу на два района – Краснокутский и Богодуховский. Какое именно предприятие спровоцировало экологическую катастрофу, сейчас разбирается прокуратура. Там уже открыли уголовное производство по факту загрязнения реки Мерла. Вместе с тем у местных чиновников есть свои предположения. Есть три у нас забрудника основных. Будет, значит, очистные. Раз, другое у них, это у нас рыбоконцерный. І третє – це молокозавод. Оці предприятия потенційні забруднювачі. Какие именно вещества привели к массовой гибели рыбы, мнения расходятся. Областные специалисты предполагают, что трагедия произошла из-за выброса канализационных отходов. Но эпидемиологи, взявшие воду на пробу, уверены, там присутствуют химикаты. Уже по результатам нашей санэпидслужбы имеет место как бактериальное загрязнение воды, то есть инфекция есть в воде, есть микроорганизмы, превышающие значительно норму, так и химическое тоже по множеству показателей. В двух районах Харьковщины уже подсчитывают убытки от попадания ядовитых веществ в речной поток. Говорят, они колоссальные. После того, как найдут виновников, им предъявят судебный иск о возмещении. Однако еще очень долго на реке, которая кормила рыбой весь район, не смогут рыбачить и отдыхать люди. Надо, чтобы речка очистить ее механически, потом очистка естественным природным шляхом, путем, то есть выпад осадков, дождей, это все масса воды смоется, вот тогда уже можно будет говорить о том, чтобы запускать мальков. Но это не скоро. Зависит все от погоды, это могут на это уйти месяцы. Вместе с тем, последствия ЧП на Харьковщине могут коснуться и соседней Полтавской области. Там обеспокоены, что загрязнения попадут в реку Ворскла, которая обеспечивает питьевой водой местное население. Мария Жикова, Алексей Жичков, медиагруппа «Объектив».